Ну вот, вчера видео уже выложила, почему Черный не уехал в Москву. И только теперь дошли руки сделать видео, как уезжали ребята наши. А ведь прошла уже неделя. Они уже там давно работают, у них уже своя жизнь. А я только вот видео выложу. Не получается как-то все, чтобы все вовремя было. Грустно без них. Ну, Марина звонит мне каждый день, так что я в курсе всех дел. Вот, так что посмотрите, как они уезжали. Добрый день, мои дорогие. Еще один день в Крыму. Сегодня у нас уезжают друзья мои. Все это вот должно загрузиться в машину. Несколько куч по участку. Ну что там, у нас женятся на Амелии. Это самое. Укладывается? Да, как-то с трудом. Мне надо, знаешь, что? У тебя был кусок поролона где-то небольшой. Или в сарае, или где я видела. Можно взять небольшой кусочек? Вот, я хочу. Нельзя. У меня и под бок. У них тут еще плацкарт, лежачие места. Да. Немецкий автопром. Еврейский погром. Плетутся в дорогу. Так вот. Люба, ау! Я вот эту камеру нашли. А. Что нашли? Камеру. А что ты ее себе уволок туда, дорогой? Гол! А эту ее там. Гол! Давай ножкой. Давай на старт. Эть. Гол. Гол. Не пила, сало не ела, чесноком не заедала. Да нет еще. Может, стул сначала мы подложим туда, Марин? Ну, вот так вот поставим. Вот стул сейчас. Вот туда стул точно. Он будет держать всю конструкцию, что туда поставим. Там Дашка. Ну чего? Все загрузили, да, нет? Ну вот теперь она тебе говорит, иди обратно. Что-то там надо. Анохин, я все слышу, что это Птик Марин сказал. А? Что там Птик Марин сказал? Даш, а может ты пойдешь собирать, пожрать, что-то дорогу пожрать, большие люди. Уже сейчас поедем? Конечно. Реально? Реально. Ой. А я думаю, вечером поедем. Да, а то только у хоба, и все проходить стало. Угу. Насморк пропал. Тащит и тащит. Да. Ты тут больше стой, там уже весь дом вынесли.
Саша, дай, пожалуйста, чё? Голубую корзинку. Я сейчас туда сложу все, что надо. Документы можно? Я сейчас вытащу, все приготовлю, помечу. Ну все, уезжают. У меня было два ключа, и все. Вот так вот не было. Да. Вот, Люба, твоя с парагином, между прочим, я не искала. Мы провожаем папу. Она вся им ходит так и выстреливает. А мы что, не присядем, что ли? Надо. Ответ за что? А Машу как же? Ну что, все? Прощальная фотография. Мне уж бисти какие красивые. Да? Что сейчас делать? Я плакать буду без вас. Ай, да вообще. А вот, знаете, мы, может, ну, да, раньше бы встретились, и нам бы интересно здесь было. Да. Да? 27-28. 27-28. Что будет? Вал. Вал. Ну, пойду в умоление. Да, ты их не смотрим, две Даши. Гоняй за лимоном, а то они очень улыбятся. Лимон еще взяли. Короче, а штук 5-6 сюда давай. Ну ладно. Все добро. Приезжайте. Обязательно. А то все, только мы к вам. Поняла? Номера-то будете вообще? Закрывайте номера. Да, а потом мы ждем тюрьма. Ой. Девчонки, пока. Ой, как можно? Мы вовремя до Светловянки. И нам не радостно. Ладно, иди. Не радостно. Нам не радостно. Сборы в дорогу. Все у нас больные, кашляют, сопли. Не-не. А? А вот эта вот трубка там цветная, вот эта вот, это ваша или наша, не помнишь? Не наш точно. Не наш точно. А, Даша, нанеси туда. Что, все садятся в машину? Да, и только... А Марина готова! Взлетаем! Ой, я могу... Поплакали теперь до истерики! Люди... Ну и что, вот такие мы веселые девчонки. Мы поржать и поплакать. Пока. Бетонница, не болейте. А если бы нажали, вы бы родители. Слушайте, сообщите нам, как вы лосы проскочите. Это денежная информация. Я могу сделать. А брови? А глаза? Ну, халява. Я вообще все, все хорошо. Все сделаю, Марин, все сделаю. Даже ореолы груди могу сделать. Ну, мы проедем это. Оттуда смс-ку. Да, вот по времени там, чтобы зарядить, чтобы нам... Короче, ребят. Ключи. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо вообще. И никто вам сегодня блинов в печь не будет сидеть на диете. Так я пошла к ответу. Так может эту девочку оставим вот эту? Да. Мы на обратном пути поедем, вам ее занесут. Она добьет летом. Сама доберет. Давайте, сюда. Все, уехали. Ладно, счастливой вам дороги. Надеюсь, увидимся. А в конце хотела показать, как нам хорошо было вместе.
но из всех оставшихся кусочков нашла один. Как мы вместе пили пиво, ели крабов. И как нам всем было весело. Хорошо было. Но ничего, если не продадутся дома до следующего лета. Вы ведь ко мне приедете, правда? Как же я без вас-то? Да и вообще, даже если и дома продадутся, все равно увидимся, я надеюсь. У нас еще вся жизнь впереди, мои дорогие. Будем ждать, надеяться и верить. Пока-пока. Ясно сказали, крымская вакханалия. Ребята балуются крабами. Там он у них скаты. Скаты. Уже непонятно, что там с ними. Они их жарили. Просто поэт потрепал их жизнь. Ой, я никого не убила. Немного. Так отлетело. Ну, крабы. Вкусные, зараза. Ну, пока почистишь, очень вкусно. С ума сойдешь. Это не камчатские. Да.